По главной улице с оркестром. Не красный день календаря, 7 ноября для коммунистов и сегодня праздник. В 96-ю годовщину Великой Октябрьской революции по проспекту Ленина прошло шествие. Партийцы и просто те, для кого памяти на этот день, выкрикивали лозунги, пели песни, играли на музыкальных инструментах. Итогом стал митинг на площади революции. Несложно было разглядеть в толпе молодые лица. К современным коммунистам приходят через протест. Присоединились к партии новые люди после митингов на проспекте Строителей. Недовольство работников совхоза «Тепличный». Праздничный день незаслуженно забрали у народа, считают коммунисты. На выходе получилось, что 4 ноября стало казенным праздником. Праздником, пусть и государственным, но казенным, когда сгоняются официальные люди. А это праздник, куда люди приходят сами. Я вам скажу честно, что я не ожидал, потому что рабочий день и время такое не очень удобное для всех, кроме, может быть, студентов. И вот я не ожидал, что у нас придет такое количество народа.